сейчас приехали, район Гурпынар. Он так выглядит. Вот напротив есть детская площадка. Хотят показать вот этот дом. Понсьяпа. Не, это Понсьяпа. Я не знаю. Огражденные. Здесь 2 плюс 1 квартира. И 3 плюс 1 дуплексы. Огражденные. Вот так выглядит оно. Сейчас внутрь зайдем. Квартира на втором этаже. Одна комната, вторая комната, кухня, ванная комната, гостиная. Есть балкон. Так выглядит. Вот детская площадка есть. Все это вот так вокруг. Потолок. Вот я зашел. Очень тепло, кстати. Ванная есть. Никто не жил, это новый дом. Дверь, окна, по-моему, открытым оставили. Птички обкакали все. Получается, это 2 плюс 1. Первая комната, вторая комната, кухня, зал, ванная. Это район Гурпынар. Район Гурпынар. Апартмент. Приветствую еще раз. Собирается показать одну квартиру, один дом, точнее вот этот дом. Очень классном месте расположено. Смотрите. Я Шам Вадеса. Сейчас переверну телефон. Внутри зашли. В августе будет готово. Квартира выглядит вот так. Это гостиная. С балконом. Вот. Кухня. Ну, смотрите, классная квартира. Только строится. Вот сейчас он показывает первый этаж. Смотрите, какой вид. Вот тоже строится. Еще спальная. Ванная. Это было. Еще спальная. Спальная имеет. А, это гардеробная и ванная комната.
смотрит на Яшан в Одессе. Еще одна комната. Еще одна комната. Имеет свой балкон. Видом на море. Шкаф. Как открывается, я не знаю. Ну, встроены шкафы. Прихожка тоже встроена. Вот это и есть дома премиум класса. Вот еще одна квартира. Получается, здесь уже дизайн другой. Спальная. Это тоже спальная. Отдельно санузел. Это санузел. Гостиная. Тоже имеет свой балкон. Здесь классно. Гостиная и кухня имеют общий балкон. Мне нравится, когда так. Кухня здесь маленькая. Здесь видно, что квадратура меньше. Тоже встроенный шкаф. Получается 2 плюс 1. Этот жилой комплекс будет иметь бассейн крытый, сауну, хамам. Он прям будет смотреть на море. Естественно, паркинг свой. Вот место для бассейна, скорее всего, это детская площадка будет здесь. Вот, если смотрите, Марина, как-то показать вам. Сегодня погода не такая, чтобы показать море. Прямо оно блеклое. Вот, вот море. Вот, ай-ай. Если честно, проект понравился. Блин, круто. Сюда смотришь, Яшан в Одессе. Вид хороший. В августе, говорят, завершат. Я попросил мне дать всю информацию. Дать, чтобы планировку, стоимость. Это люкс.